Вот маленькая зарисовочка по поводу очистки грибов. Не секрет, что на грибках со временем образуется налет. Вот такой из клеев различных. Вот. И по совету товарищей я приобрел бензинчик. Вот так он называется. Галоша. Вот это малярский атрибут. Такая баночка с делениями. Залил его. И вот видно тут грибки. Вот они. Выпачканные в клее кое-где. Где-то чистые, где-то выпачканные. Посмотрим, как он поднимет этот клей или нет. Это такой небольшой, скажем, тест-драйв для этого бензинчика, который я хочу использовать в качестве очистителя для грибов. Ну, через часик пусть выставится, посмотрим, что на самом деле работает, либо не работает. Я решил оставить все это на ночь. Прошло уже более 12 часов. Там он какой-то осадок внизу появился. Посмотрим, почистились грибки наши или нет. Ну что ж, вот они результаты. Здесь на дне виден осадок. Вот из кусочков клея остатков. Грибочки довольно-таки чистенькие. Но там, где остаются следы, в принципе, достаточно вот такой тряпочкой протереть. Все это отваливается. Клей как бы... как поразрушился. Вот, то есть он, ну, как бы сварился там, или как назвать, я не знаю правильно. Вот, ну, в принципе, все грибочки, вот видно, поочищались. Вот, вот есть кусочек, там, раз, проводишь рукой, и все чистенько. То же самое вот здесь вот. Вот, так что, эта идея с бензином Калоша работает. Спасибо за подсказки. Вот, всем советую пользоваться. Поработал. Вот. Складываешь в емкость. Вот. Протер, и грибочки опять как новые. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, шлите свои комментарии. Ну что ж, подведем итоги. Как говорится, ближе к финишу. Все достаточно чистенько. Вот, и хорошо отмывается. Остаются на дне такие, как ошметки, осадок. В принципе, вывод один. Это дело хорошее, этим надо пользоваться во благо. Вот. И этот бензинчик очень хорошо очищает. Вот. Вывод такой. Поработал, закончил за работу, все грибки сложил. Утром пришел, разобрал где-то вот такой, допустим, чтобы не острой, деревянной палочкой подвычистил какие-то кромочки. И опять пользуйся. Все хорошо, все чистенько. Все красивенько. Вот. Вот так вот очищаются грибочки.